Всем привет! Вы на канале Ананас Ленд. Только самые интересные и актуальные новости из мира шоу-бизнеса. И сегодня героем данного ролика становится Джонни Депп. Напишите в комментариях, как вы относитесь к актеру. Личный врач американского актера Джонни Деппа рассказал об инциденте с отрезанным пальцем артиста, который произошел в 2015 году. Врач Дэвид Кипер рассказал в суде, что жена актера Эмбер Хёрд якобы бросила в Деппа бутылку, о которую артист поранился. После случившегося врач оказал актеру помощь и попросил найти утраченный кончик пальца. Сама Хёрд отрицает обвинение. По ее словам, Джонни Депп душил ее, изнасиловал и поранился, когда разбил телефон. Джонни Депп судится с Эмбер Хёрд из-за ее обвинений в насилии. Артист хочет отсудить у Хёрд 50 миллионов долларов. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. А я напоминаю, вы были на канале Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ананас Ленд – ананасовое настроение.